Всем привет. Короче, я приперлась, по делам ездила. Сейчас распаковку сделаю. Распаковку. Что я купила? Так, ну это батон, конфетки, молока, голени, лимонадика. На улице жарко стало, тепло прям, даже жарко в зимней куртке. Соль, что-то все соль теперь раскупают, не более 3 штук в одной руке, в магните написано. Картофан, семечки. О, забрала с Wildberries, о чем меня просили, машинку. Печеньки, наши любимые печеньки. Туалетную воду взяла себе, ля-ля-ля. Не кончается. Так. На рынок еще заехала. В общем, на Wildberries заехала. Поехала в банк, карту получила. Потом решила заехать на рынок. Тоже на улице, жарко. Вот. Курточку себе присмотрела. Заодно еще вот мужу купила эту тельняшку. Тельняшку. На размер больше просил. Усаживается после стирки. О, на работе ходить, короче. Тра-та-тай, тра-та-тай. И еще я купила себе. Вуаля, курточку купила я себе. Курточку купила. Курточку. Я купила себе курточку. Да-да-да. Вот и маска моя. А я думаю, потеряла. Красивая я? Какая рада я. Красиво? Нравится? Ой, мне очень нравится. Пацанчик мой. Вот. Такие вот дела у нас. Устала маленько. Надо еще ванной там надраить. И ужин приготовить. Сначала ужин приготовлю. Скоро муж вернется. Кормить его надо. И молодец. Дочка у меня прибралась, кстати, молодец. Полы помыла, пыль протерла. Спасибо, Даш. Что? За уборку. Что? Ты умница моя. Иди сюда, я лимонада купила с печеньками. Покушаешь? Ага, давай, мы пойдем кушать. Всем пока.